Мы с Ивоной разбираем новое произведение. Ой-ой-ой, какой к нам тут прилетел друг. Ну ладно, пусть он сидит. Хорошее настроение. У нас хорошее настроение после дня рождения, шикарное новое платье. Играем мы дубль штрих. Мы этим штрихом не играли ни одного произведения. Это наше первое. Да? Первый раз. Нет, давай, второй. А что мы еще играли? Во втором классе в конце такое было. Ну ладно, поехали. Второй и третий — это разные вещи. То есть там, если был совсем, может быть, добрый штрих, то тут мы будем стремиться к сатие. Давай, попробуем. Начинай и включим. Просто работаем. Как мы выяснили, что нам нужна громкость и чуть-чуть опора на указательный палец. И обязательно считаем доли, да? Раз. Два, три, пи. Молодец, очень много хорошего сделала, хорошо получается переход, молодчина.
Теперь, чтобы нам сделаем с тобой следующее. Поиграем так. Я так на разрыве, потому что мне сразу тяжело вот так играть. Вот, давай как проигрываю. Вот, давай, давай. И, пожалуйста, вот первое тише, да, первый так, потом ярче, делаем кульминацию и уход. Обязательно. Это так же? Да, тут все будет так же. Мы сейчас поработаем чуть-чуть. Вот, то есть ты берешь с самого начала опять вдох. Ну, побыстрее. Смотри, ты играешь.
играешь первый, и там же во второй, смотри. Смотри на руку, сдвинула. Сколько здесь большая секунда. Ну-ка попробуй, просто одинаковые аппликатуры сыграй. Не думай, какие ноты. То есть я второй. Еще раз.
качественно делала переход, и вон то, что она замедляла. Так, ну хорошо, давай вот этот темп пока оставим, пока так сыграем, да? Но к понедельнику я очень хочу, чтобы это было быстрее. И чтобы... Почему я прошу играть по полтакта? Даже по такту. Чтобы это объединялось. Потому что все эти та-та-та-та-та-та-та-та-та. Снима. Настроение.